Всем привет! Это системные новости. С вами команда ведущих нашего видеодайджеста. Сегодня в выпуске. Новый телеканал, планы на школьные каникулы и благотворительная акция «Новогоднее чудо». Обо всем этом и не только. Подробнее. Прямо сейчас! МТС Медиа запускает новый телеканал «Кионхи» для абонентов платного ТВ. На круглосуточном канале будут транслироваться оригинальные сериалы и фильмы собственного производства «Кион», многие из которых впервые покажут на телевидении. С понедельника по пятницу в 21:00 на телеканале можно увидеть новые серии «Кион Ориджиналс», а в 19:00 по субботам и воскресеньям – кинопремьеры. «Кион Хит» – это уже пятый канал собственного производства МТС Медиа. Компания также развивает семейство каналов «Джем», среднесуточный охват которых превышает 1,8 миллионов зрителей. В дни школьных каникул можно не только посмотреть кино и сериалы, но также видеоуроки о технологиях и профессиях будущего. В рамках совместного просветительского проекта благотворительного фонда «Система» и Российского общества знания уже вышли уроки, посвященные водородной и электроэнергетике, технологиям здоровья и лесной промышленности. Один из последних уроков под названием «Строим будущее» создан при участии группы «Эталон» и CLT Development и рассказывает об инновациях в строительстве. До конца учебного года выйдет еще несколько открытых уроков об актуальных профессиях в медицине, транспорте, IT и креативных индустриях. Для знакомства с полезным образовательным контентом достаточно зарегистрироваться на платформе «Лифт в будущее». А в феврале нового года на онлайн-платформе «Поколение М» стартует просветительская программа по цифровому искусству. Обучающий курс познакомит школьников с новым направлением Art and Science и позволит создать собственные произведения с помощью искусственного интеллекта. Участники получат бесплатный доступ к генеративной нейросети в облаке Cloud МТС и смогут использовать ИИ-чат-бота для художественного творчества. Лучшие работы могут стать частью выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука. Границы синтеза», реализуемого Русским музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО. В преддверии праздника напоминаем, что у каждого из вас есть возможность совершить новогоднее чудо. Вы можете подарить детям из социальных учреждений индивидуальные занятия с преподавателями по выбранным предметам, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам и получить профессию мечты. Для совершения дарения достаточно перейти на страницу благотворительной акции и выбрать новогоднюю игрушку на виртуальной елке желаний. В уходящем году таким образом удалось собрать более 475 тысяч рублей и приблизить 73 ребенка к исполнению мечты. На этом у нас все. Весь этот год с вами были сотрудники АФК «Система». Еще больше информации в нашем телеграм-канале «Система Ньюс». Всем хороших новостей и до встречи в 2024 году! С Новым годом!